Всем добрый день. Это питомник роз Полины Козловой. Посмотрите, насколько яркая, я бы даже сказала, такая бесстыже яркая окраска. Ярко-оранжевый, ярко-красный, малиновый, желтый с золотом. Какие-то светящиеся потоны внутри. Это все плетистая роза темп модерни. Или темп модерн. Это достаточно новый сорт. Это фирма Барни, обожаемые мной итальянцы. У них шикарные розы. Хорошо они себя ведут в нашем климате, и средней полосы, и в южной. Не горят. Сейчас у нас на улице жарище неимоверное, духотище. И тем не менее, роза в полевых условиях. А полевые условия, здесь никаких деревьев рядом нету. Здесь ветер бесконечный. Здесь выживает сильнейший. И вот так она хорошо выглядит. Сорт мне очень понравился. Я уже рассказывала про него в прошлом году. В этом году он мне нравится еще больше. Он прям вот весь цветет, цветет, цветет. И выдает очень хорошие, длинные, прямо очень длинные побеги. Заявлено в ее паспорте, что она где-то до 5 метров будет. Я так думаю, что на юге, может, и больше возьмет. Цветет она соцветиями. Соцветия достаточно большие, там и 10, и 11, и 15, может быть, цветочков. Цветы средней величины где-то 5-7 сантиметров. На одном соцветии могут быть цветы абсолютно разные, от такого карминно-красного и кофейно-красного до ярко-рыжего. В этом, собственно, и прелесть этого сорта. Она очень хорошо гнется в любом состоянии, в том плане, что сколько бы ни было лет побегу, он все равно будет хорошо гнуться, с ней удобно работать. Колючек мало, что как бы тоже показатель. Очень хороший сорт. Нужна ему какая-то опора, чтобы он показал свою красоту. И его, скорее всего, нужно будет горизонталить, потому что боковые пазушные побеги у него очень короткие, то есть буквально там, не знаю, 2-3 почки и начинается цветение. Чтобы увидеть всю красоту сорта, нужно горизонталить на растяжках, придумывать какие-то красивые опоры интересные, и очень, я так думаю, что будет очень хорошо смотреться. Вот. Так что те, кто любит плетистые розы, вот один из тех сортов, который будет яркий, который действительно будет хорошо себя показывать. В наших южных широтах, в жаре и в средней полосе тоже. Хорошо гнется, собственно, те регионы, кто розы укрывает, вот тоже один из тех сортов, что очень хорошо будет гнуться на неколючие, но относительно неколючие, и хорошо гнутся побеги. Темп модерн. Будет место где-нибудь для нее на какой-нибудь красивой опоре, обязательно этот сорт высажу, чтобы себя хорошо показал, чтобы было на что посмотреть. Повторюсь, у нас жарище. Кто-то из роз закончил вторую волну, начинает бутон набирать на третью волну, кто-то еще цветет. Растем. Постепенно выкладываем новинки на сайт. Те сорта, которые совсем-совсем новые в коллекции, их по чуть-чуть. То есть они выкладываются всегда на сайт в последний момент. Роза, слава богу, чистенькая. Все у нас вовремя обрабатывается. Единственное, что не всегда успеваем с травой, но она растет, по-моему, быстрее всего на свете. Ну и, наверное, где-то сентябрь-октябрь, когда вот они уже розы будут совсем в цвету красивом, сделаем дня 3-4 выставочных, чтобы можно будет приехать и посмотреть. Но не раньше, я заранее объявлю, потому что в питомнике работы много, как бы не всегда есть время отвлекаться. Ну вот как-то так. Еще раз, темп модерн. Сейчас цветочек найду. Я иду, восхищаюсь длинными побегами и хорошей листвой. Прям вот для меня это показатель. То, что она зацветет и будет красивой, я не сомневаюсь. То, что вот побег хороший, это да.
Ну вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, обязательно отвечу. А теперь всем спасибо и до свидания.